Друзья, всем привет! Вы на канале Сельчанка в Америке. Сегодня я ехала с работы и заехала опять в тот магазин, где раньше, вот недавно я выставляла видео, где я покупала крышки для закруток, для соленья или как. И сегодня я тоже заехала туда, потому что еще мне надо крышки. Сейчас будем делать видео тоже. С мужем, муж мне будет помогать. Буду закрывать компот из вишни. Все это делать будем на костре, на улице, чтобы в доме не было жарко. И, конечно же, экономика электрики, потому что у нас дрова есть, то... И я очень люблю на костре, очень мне нравится. И я вот это видео так сделаю, покажу, что купила. Не могла отойти вот от этих маленьких баночек, но сначала покажу крышки, какие я еще взяла сегодня. Вот три таких упаковки взяла. Здесь идет 12 штук. Может быть, вот так сделаю, да. И вот взяла еще одну пачечку семена огурцов. Я думаю, может быть, ну не знаю, получится, не получится, когда уже уберу лук и чеснок, у меня там будет место. И мне муж вспахает то поле там, тот участочек маленький, и я хочу еще посеять огурчики, чтобы были поздние на осень. Не знаю, получится оно у меня так или нет. Ну, хочу попробовать, но пока хочу посеять рассаду, чтобы уже рассаду как бы высаживать. В стаканчике хочу в доме посеять. Ну, планирую так, не знаю, получится, не получится. Посмотрим. Многие писали, друзья, тогда как называется магазин. Я поставила под видео, не под видео, а там в тег, в объяв, ну, в назве. Я поставила назву магазина, то... Я не знаю, не в каждых штатах, наверное, он есть. У нас он вот такой магазин, он недавно у нас открылся. Недавно это года два, наверное, может быть полтора, что-то так. Вот такие крышки за эту упаковочку 5,99, 6 долларов. Здесь 12 крышек сразу идут вот с такими обручами, что очень хорошо и удобно. Хотя я думала, буду закрывать только... Вот, например, закрыл крышку, закрутил, утром уже эта крышка, она как бы приклеилась к банке горячей, и обруч можно снимать, и эта банка будет стоять целую зиму, сколько надо, просто вот так, без обруча с крышкой. Так делают. Но я никогда не делала, друзья, я и закрывала смородину, компот смородины. Не знаю, как-то побоялась. Ну, накрутила обруч, не знаю. Я боюсь просто, чтобы... Потому что будет жаль труда, жаль вкусняшки, чтобы не пропало ничего. То я взяла три упаковки. Было раньше, я помню, в некоторых магазинах, что продаются обручи отдельно и сами эти крышечки отдельно. Но что-то нету в этом магазине. Только вот такие крышечки продаются отдельно. Я покупала тут раз. Вот такие есть, продаются. А обручи, мне особо обручи надо, то нету. Ну, то уже вынуждена покупать так. И что-то еще я хотела сказать. Ой, не помню уже. Так, то это здесь 36 крышек я взяла. И вот эти баночки, друзья. Сейчас на них так идет 11,99 за 12 баночек. 3, 3, 6, да, 12. А вот и пишется 12. 12 долларов. Но если одну берешь, то другая идет бесплатно, за фри. Вот. Я взяла две, то как бы выходит по 6,12, по 6,50 за одну, да, если так взять, подсчитать. Сейчас я возьму ножик и открою.
Возьму ножик и открою, посмотрим. Я даже не знаю, я взяла, друзья, вот за кадром там котята вытворяют малявочки. Все, жаль завозить, все жалеют. Они очень сейчас интересные. Даже не знаю, может быть, какой-то джем буду делать или что. Но вы только посмотрите. Вот на эту малюсенькую красотулечку, маленькую. Как же ее не взять? Здесь вот можно приклеить такой стикер, наклейку, бумажку или как, и написать, что, ну, какое варенье. Что здесь именно. И вот тоже маленькая такая крышечка идет с обручем. Вот, смотрите. Вот такие красотулечки. Здесь 118 миллиграмм в этой одной баночке, друзья. 118. Красотулька. Не знаю, может быть, буду что-то придумаю. Ну, красивые же. Если бы они не были, например, на скидке, то я бы не взяла. То я взяла две упаковочки такие. Оно даже, оно выходит, ну... Дешево и так, если ты одну берешь, одну за фри, а это еще и баночки с крышки. Это не только, например, крышки, банки. И еще вот такие взяла. Тоже одну берешь, одна бесплатно. Эти тоже по, наверное, 11,99. Ресит в машине оставила я, да. То есть сейчас вот эти еще покажу. И я, знаете, я подсчитала, вот такие крышки, 7 долларов, 6,99, 6 долларов за 12 крышек, да, а эти баночки тоже выходит, если разделить 12 на 2, то будет где-то по 6,50, по 6, да, если 12, я уже не помню, 12, 13, 11, где-то так, то выходит за такую цену я куплю только крышки, вот эту упаковочку крышек. А здесь получается еще и баночки. За ту же самую цену и баночки. Вот почему я и взяла. Думаю, и крышки, и баночки. Вот смотрите, какая красотулька. Маленькая такая. Хорошенькая. Тоже даже какой-то салатик, какой-то аджику, какое-то варенье, какой-то джем. Да что угодно, лишь бы было красиво. Вот. И горлышко такое широкое, большое, то эти крышки вот с этих баночек, они подходят на эти такие большие банки, которые я закрываю. Компоты делаю, огурцы, помидоры. То вот такие красотулечки. Это ж какая красота будет, да? О, сейчас я сравняю с этой маленькой. Вот такие две лапочки. Так, это побольше, 250 миллиграмм, вот этот, в этой баночке 250, в этой маленькой 118 миллиграмм. Ну, очень красивые. И вот, и тоже здесь на крышке, видите, можно писать дату, когда ты приготовил, чтобы тебе знать, сколько лет уже там стоит в погребе или где. Есть что без... Вот такие, которые я взяла в этих коробочках, то эти нету. А только здесь, чтобы писать. Так что вот такие мои покупочки. Огурцы я взяла, доллар 89, друзья. Такие, чтобы закрывать были. Уже вчера я выбрала вот столько огурчиков с огорода. С теплички так и нет. Там стоит тепличка, я сама виновата, я очень много их как-то посадила, и мало, может быть, и земли привезла туда, чуть-чуть, немножечко так вскопала. Короче, я не знала еще, как заниматься тепличкой, даст Бог, на следующий год я посажу там один огурец или два, и все, что-то так. А так, то начинаются уже понемножку из этих, из огорода. Так что всем спасибо, друзья, за просмотр и всем пока-пока.